Для жителей Ташкента неделя апостола Фомы – особый праздник, ведь именно этот ученик Христов просвещал своей проповедью среднеазиатскую землю. Торжественное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе города в этот день совершили два архипастыря – митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, митрополит Калужский и Боровский Климент. Апостола Фому часто называют неверующим, однако важно помнить, что этот ярлык вовсе не соответствует той глубине веры, которой обладал апостол. Каждому из нас до такой веры очень далеко. Горячим сердцем он оставил свои занятия и последовал за Христом, был его верным учеником. После воскресения Христа он передал евангельскую весть множеству людей, перенося тяготы жизни проповедника, и принял мученическую кончину. Да, был в его жизни момент, когда он находился как бы в сомнении, однако он вовсе не отвергал воскресение Христа, а искренне хотел уверовать в это невероятное событие. Он искал истину в своей душе, и Господь откликнулся на этот поиск и укрепил его в вере. Который является просветителем евангельского учения народов, живущих в Средней Азии и Индии. Он, проходя путь в сторону Индии, конечно, прошел через эти наши шелковые пути, дороги, которые есть и в Самарканде, и здесь, в Ташкенте. И главная цель его путешествия – это было Евангелие о Христе распятом и воскресшем. И мы благодарны Богу, что Господь дал нам этого святого апостола, который просветил нашу землю светом евангельского учения, который прикоснулся к язвам Христа Спасителя и засвидетельствовал от лица всего человечества, что да, действительно, воскрес Христос. В наши дни важную роль в проповеди евангельской вести играют книги. Владыка Викентий поблагодарил митрополита Климента за проведение выставки «Радость слова» в Узбекистане и выразил надежду, что такая выставка пройдет здесь еще не раз.